Гатное. Небольшое село. Расположено с южной стороны столицы, по правую сторону Одесской трассы, если ехать из города. Это один из ближайших пригородов Киева. И в принципе здесь есть все для более-менее комфортной жизни. Садик, школа, амбулатория, магазины. Конечно, говорить о том, что устроить ребенка в местный детский сад легко, а на прием к семейному врачу можно попасть без очереди, не приходится. Многие местные жители пользуются социальной инфраструктурой столицы. Благо, расстояние небольшое, да и сообщение с Киевом налажено неплохо. На общественном транспорте сюда можно добраться от станции метро «Выставочный центр» на маршрутке 723. Путь займет минут 15-20. А вот владельцам автомобилей в этом плане намного проще. Они могут въехать в Киев не только по Одесской трассе, но и попасть на окружную через Вишневое, в район Жулянского путепровода или проселочными дорогами к развязке на Одесской площади. Местность, где расположилось село Гатное, отличается высоким уровнем грунтовых вод. Но этот недостаток обусловил и достоинство местности. Здесь очень зелено и есть несколько каскадов озер. Возле одного из таких и строится жилищный комплекс «Озерный Гай». Участок застройки жилищного комплекса «Озерный Гай» расположен практически в географическом центре села. От остановки маршрутки к комплексу придется пройтись примерно с полкилометра по довольно узкой дороге без тротуара, с двух сторон которого находятся частные владения. Приятным летним деньком этот путь даже доставляет удовольствие. Можно поглазеть на красивые дома, полюбоваться озером. Рядом с остановкой сейчас находится и ближайший к комплексу сельский магазин. Чуть дальше школа и садик. Еще дальше мегамаркет. Конечно, концепцией жилищного комплекса предусмотрено создание собственной инфраструктуры. Но по состоянию на сейчас маемо, що маемо. И это, на мой взгляд, делает для первых жильцов этого комплекса автомобильной роскошью, а необходимостью. Зато места для неспешных прогулок и любования природой здесь находятся в шаговой доступности. Во-первых, озера на территории жилищного комплекса. Застройщик уже позаботился о благоустройстве придомовой территории и облагородил набережную, почистил песочек, поставил беседки и лавочки, разбил газоны, прикормил лебедей. Получилось очень красиво. Жилищный комплекс «Озерный Гай» очень масштабный проект, который по завершению строительства утроит, а то и увеличит 4 раза численность населения Гатного. Сейчас в селе зарегистрировано порядка 4-5 тысяч жителей, а в Озерном Гае появится около 7 тысяч квартир. Это будет 15-16 тысяч жителей. В состав комплекса войдет 49 многосекционных домов высотой от 4 до 10 этажей. Проект застройки комплексный «Город в городе». Помимо жилья здесь построят 2 детских садика и начальную школу, медицинский центр, паркинг, торговый центр. Предусмотрены и нежилые помещения для размещения различных салонов, магазинов, отделений банков, ресторанов и прочих полезных заведений.
они расположатся на цокольном этаже и будут иметь отдельный вход. Территорию облагородят, оборудуют детскими и спортивными площадками, разобьют газоны и насадят парковые аллеи. И заново распланируют, ожидается, что въехать и выехать из комплекса можно будет с четырех сторон. И в отделе продаж обещают дополнительный выезд на Одесскую трассу и окружную.